Журналістський склад спортивного ранку продовжує опановувати уроки самооборони. Не лінуйтеся, запам'ятовуйте, повторюйте за нами. Можливо, колись один рух, який випливе просто з підсвідомості, допоможе вам провчити злодіїв. Захват з боку. Захват з боку. Раз. При цьому удар локтем сонячне сплетення. Два. І... Совершенно верно. Залом ручки и удар колена. Ножку заряжает так у нас. Еще раз. Саша делает захват сбоку. В это время удар локтем. Разрыв захвата. Три. Еще раз, Саша. Настя, можешь не ждать. Чуть раньше начинать бить локтем. Еще раз. Раз. Два. Три. Да, чуть-чуть, да, не пиши. Теперь, когда Саша тебя делает захват, ты бьешь локтем, но при этом левая нога, ты как бы отходишь от него, разрываешь дистанцию. Угу. Да, на коленях немножко подсаживаешься вниз. Угу. Еще раз, давай. Первое движение. Раз, локтем ударила, вот. Саша, захват. Раз. Удар локтем. Шаг назад, Юля. Шаг назад отошла от него. Да. Попробуй, смотри. Вот ты. Раз. Да. И вот она рука. Видишь? Вот. И вот. Вот захват. И вот ты ногу зарядила. Отсюда. Видишь? Давай. Раз. Не спеши. Шаг назад. Сейчас мы покажем... Как можно достаточно эффективно защититься от бокового удара? Подходи, Настя, ближе. Саша наносит боковой удар, блок. При этом Настя делает блок. Так. И наносит в ответ удар локтем. Да, в область шеи или ключицы. Еще раз, давай. Блок и удар локтем. Только правильно локтем делай. Блок, удар локтем. Да. Еще раз. Блок. Удар локтем. Хорошо. Максим, представь, что у тебя вот противник, который наносит, ну, чем, наверное, правый, левый, боковой, тут не имеет принципиального значения. Он делает боковой, медленно делаем, боковой. Делаешь вот такой блок, да, локоть под 45 градусов. Почему такой блок? Голый кулак, да, чтобы кулак не достал тебя. Угу. После этого ты другой рукой наносишь удар локтем, опять же, в область ключицы, шеи, виска. В чем особенный смысл бить локтем именно, а не кулаком, допустим? Ну, надо сказать следующее, что агрессор, как правило, да, физически сильнее своей жертвы. Соответственно, для того, чтобы компенсировать недостаток физики, недостаток, может быть, мастерства какого-то агрессии, мы используем локоть. Это раз. То есть локоть побеждает кулак. Есть такая формула, колено побеждает ногу. Ну и локоть достаточно эффективное оружие и может использовать даже мало умеющий человек, может использовать в экстремальной ситуации локоть и удар колена, как мы сегодня, как мы уже говорили, по подготовленному противнику, попадая в определенные зоны. Еще раз. Раз, блок, локоть, два. Чуть амплитуднее локоть, замах. Движение ногой должно быть там? Да? Можно к нему, силы. Да, если он, еще раз, да. Блок и, единственное, локоть сделай, локоть вот такой, сверху, амплитудно. Понял? Вот так. Да. Попробуй еще раз. Раз, два, вот так, совершенно верно. Еще раз. Раз, два. Не амплитудно сейчас. Да, чуть амплитуднее работает. И смотри. Как в тайском боксе локоть называют мечом. Почему? Здесь несколько пониманий. Следующее. Как и у меча, у локтя вот плоскость нанесения. Видишь, вот. Вот и вот это плоскость удара. Раз. То есть заваливать локоть нельзя. Вот меч. И как у меча, у локтя работает кончик. И когда наносишь удар, должен понимать, что работает у локтя работающая поверхность ударная. Вот самая косточка, кончик локтя. Попробуй сейчас. Раз. Два. Вот, молодец, да. Еще раз. Раз, два.
Да, совершенно верно, еще раз. Сверху, раз, сверху под 45, два, вот так. Давай еще раз. Два.